Так, тапир, олень, козел. Тапир, олень, козел, я запомнил. Тапир у нас здесь был рядом, вот он. Ну, я хорошо знаю животных этих. Этот козел, судя по всему. Ну что же, отправляемся на аванпост. Гребаный. Вот на машинке на этой. А, подождите, у нас же еще... Твою дивизию. У нас же еще, смотрите-ка. Совсем забыл по навыкам. Типа, что мы можем носить с собой больше оружия. Где это у нас такое было? Нет, значит, может быть здесь... Я не помню, честно. Ай-яй-яй-яй-яй. Перезарядка оружия на бегу. Где же у нас такое было? Где же мы такое прокачивали? Так. Ку-ку-ку. Ку-ку. А что значит завершите больше миссий? Каких миссий-то, я что-то не пойму. А. Ну это типа задание компании выполнять. Ну ладно. Блин, где же я это... Так, с растений. Слушайте, а где же... Подождите, а где же тогда брать-то то, что я могу себе оружие больше носить? Может это не в навыках? Так, еще раз сейчас по-быстрому посмотрим. Так, значит, со спины. Так, это не то. Граната, это мы умеем, ладно. Левый shift, это не то. Блин, честно, я забыл уже. Вы будете точнее стрелять. Слушайте, а где же это тогда? Может быть, создание предметов? Да ну, бред, мне кажется. А, точно, чехлы для оружия. Вот, чё это я туплю-то? Чехлы для оружия. Ну все, олень. Олень по-любому. Теперь точно олень. Все, я решил, ёп. Ёп. Вот тут еще у нас есть территория небольшая такая. Точнее, достаточно очень здесь богатый выбор животных. Ну вот здесь олень. Далеко переть до него неохота. Далековато достаточно. Ну тогда отправимся на аванпост. Господа. Сейчас карточку быстренько глянем, и все, до аванпоста не буду карту открывать. А может и буду. Судя по тому, что здесь хрен знает, как проехать, блин. Ну, давайте тогда вот сюда хотя бы сначала отправимся. Налево. Потому что я просто не понимаю, куда там ехать. Сейчас мы возьмем зелененький листочек. И вот здесь еще есть янтарный. По-моему, янтарный лист, да, он тоже нам нужен. Давайте на этой машине попробуем. Сготовить. Давайте сразу готовим. Репеллент. Просто потрясающе. Уже 5 аптечек у нас с собой. Плюс еще надо прокачивать навыки, чтобы ячеек здоровья тоже становилось больше. Ну, с янтарным пока оставим. Упс, извините. Так, ну все, вот дальше пипец какой-то, смотрите-ка. Дальше я не знаю, как туда попасть. Нам, по сути-то, вообще на ту сторону. То есть, может быть, там островок, что ли, какой-то? Тут непонятно немного. Сейчас так вот осмотрим. Так. Вот там вышка. Но это, по-моему, вышка, которую мы уже открыли. То есть у доктора Эрнхарда. Помните, когда мы ехали к нему, там у него была вышка. Но даже по карте, если посмотреть, мне кажется, она... Это не она обозначена вот на карте красным. Самое главное, что я в зону задания не вошел. Так ведь? Да, зона задания это где-то там. Аванпост здесь. Давай быстрее плыви уже. Но это неудобный способ перемещения. Неудобное место для перемещения. Так, что там про отпугивание животных говорили? Сейчас посмотрим. Так, это что такое? А, это не то немного. Так.
помогает обнаружить врагов. Почему-то он не может его изготовить. А, пунцовый лист нужен. Ну, хорошо. Блин, фигово то, что леопарды бегают. Это меня вообще не радует. Отправляться в закатную какую-то бухту. Бляха ты, муха, что я сделал? Ну ладно. Случайно, я Z хотел нажать. Еще леопард может делать свое дело. А мы тем временем подойдем к, к этому снайперу. Они уже замесили его. Тут, кстати говоря, олень. Олененок есть. Или самка оленя. Ну, что, меня что ли заподозрило или что? Но если он начнет спускаться, это даже нам плюс. Самое главное, чтобы он не должен спускаться, когда мы будем подниматься по лестнице. То есть он... Я его тут из-под лестницы. Так, хопачки. Дождь начался. Там один ходит, бочка там есть еще также. Если он сейчас скажет, кто тут ходит, я вообще офигею. Ну, напарник твой ходит, кто тут еще-то. Ну, кстати, у меня есть возможность убийства сверху, по-моему, да? Сейчас посмотрим по навыкам, где-то есть. Вот. Нажмите пробел, чтобы прыгнуть сверху на врага и убить его. 5 хп за убийство. Ну, посмотрите обучение. Прыгните на него с помощью пробела. Типа просто прыгнуть, даже ничего не нажимать. Попробую. Только мне кажется, у меня ничего не получится, потому что здесь какая-то ограда вот эта. Сраные жуки. Спалили, что ли? Почему не получилось? Я же пробел нажал. По-моему, меня спалили. Нет, по-моему, меня ничего не спалили. Пока что. Куда это пошло делать? Пока что не спалили. Давай, гори. Все, он сгорел уже ведь. Да, все, меня не обнаружили, по сути. Наверное, сейчас посмотрим, обнаружили, нет? Да. А вон, блях, ты муха, обнаружили. Почему-то. Ну ладно, ух ты. Че, охренел? Ну ладно, бывает. Так, и все, теперь идем. Вышки. Теперь идем к вышке. А, нет, магаз. Магазинчик. Где у нас тут магазинчик? Флешка. Ящик. $250 дали. Нифига себе. Боеприпасы. Боеприпасы мы пополняем. Это, видимо, отдельное. Что это такое? Мины и прочее дерьмо. Мины, кстати, хорошие. Все. Открываем. И едем к наш... А, подождите, олень-то где тут? Блин, ну, ёб твою. Ну, походу, они исчезли все. Ну, ёлки-палки. Где ж тут олень-то был? Я ж видел. Ну, блин, ну это тупо, реально, согласитесь. Я вам отвечаю, здесь олень был? И леопарда они замочили. Ну, олень куда-то делся. Ну, ладно. Кстати, ничего страшного, то, что у нас не получилось захватить бесшумно. Доска объявлений. Надо как-нибудь почитать, что там. А пока что на лодочке сейчас отправимся. Это нам не помешает. Толкать ее надо, наверное. Что такое? Чё, офигел от моей
силушки-то? Или... или это ваша лодка, вы что-то не хотите, чтобы я угонял? Это ватпост, а... ух ты, ёпта, вы посмотрите, там испытание, по-моему, да, какое-то, нет? Я тут загорал, походу. Пардон. Так, объезжаем это. Я не хочу, чтобы мне засчиталось это за задание. Так. Ой-ой-ой-ой, все. Тут наши ходят. Да, это наш остров. Наша территория. Вышка какая-то не маленькая, мне кажется. Не, наверное, кажется, потому что сейчас подойду, у нас прям. Алло? Эрнхард? Привет, это Дейзи. Я взяла телефон доктора. Как там поиски? Продвигаются. Ты как? Хорошо. Доктор переселил меня в пещеру под домом. Тут безопаснее, учитывая, что пираты приходят к нему каждый день. И слушай, я кое-что нашла здесь. Тебе понравится. Хорошо. Встретимся там. Так, стоп. Надеюсь, с друзьями. Класс. Пока. Сучара, какого фига ты не лезешь назад? Так, хорошо. Сейчас нам придется, ну, тогда спрыгнуть назад. Тут просто я денежки увидел еще. $28. Маловато. Относительно, конечно же. Так, нельзя сохранить игру. Во время миссии игра будет отмечать сохраниться в контрольной точке. И чё? Почему это они? Нам тут не перелететь. Что-то не то. Ой, что-то не то. А, блин, а как... Ребят, вы что хотите сказать, что то, что я все сейчас делаю, это не сохраняется? Или нет? Вот тут же написано, вот смотрите. Сохранить. Почему во время миссии-то, я не пойму. Давайте сейчас дойдем до миссии, так тогда и сохранимся там. О, все, давай. Бумс. На каком-то островке мы с вами находимся. Пойдем сейчас в джунгли с островов. Это мы видели. Это, в принципе, ничего интересного. Зенитка какая-то, пушка. Какой-то остров, может быть, там реликвия, но я вижу только сундуки. Видимость порой обманчива. Все, что у нас здесь? Акула по-любому? Нет, хотя какая акула? Ничего интересного, просто... просто опыт, и все. Так. Цепляемся за трос. ПКМ у нас, правой кнопкой мыши. И дробовик. Здорово. У нас враги. Так, а что нам там надо сделать-то? Я забыл. Какое задание-то у нас текущее? А, все, я добрался до лагеря-то. Ну, что-то не так? Блин, знатный лагерь, однако. Я имею в виду здоровый. Я сыт по горло повстанцами. Все, сигнализация отключена. Так. Ага. Ну, здорово, чё. Давай, что он не засекает его? Как делать селфи? Можно отсюда их шпиговать за снайперки. Ключ от тюрьмы. Да, переть надо, да? Слушайте, а это тихо надо сделать или не обязательно? Чё-то мне неохота тихо ничего делать. Давайте вот так будем. Мне так охота. Но если провалим, так провалим, вообще насрать. Нет, этих можно вообще гренко снять. Отлично. Так, сойдет. Так, этого сняли.
было, чтобы они меня не спалили. Но они меня, чувствую, спалят. Щелку можно стрелять? Как бы, да? Он крепенький будет, да? Надо сменить позицию. Только сделать это нужно тоже не менее осторожно. Туз. $31. Вот. Не, ну это далековато. Поближе подойдем. Ёп, все, мне хана. Наверх побежал. Засранец. Думает, я там. Думает, я такой тупой, да? Опля! Вот это хра! Действительно, кто это сделал, не знаешь? Все, запалили, ну ладно. Видимо, они присмотрелись. Думают, что за... Блин, сигнал... А, я сигнал отрубил. Ну, выполним эту часть компании, тем самым сохранимся. Перезаряжаться нельзя. Это что, варан там? Или змея? Наверное, змея. Даже не помечается. Змейка. Вот. А, все, патрон нет. Зашибись. Бежали здесь тогда. Че? К сирене? Какой сирене? Так они не работают. Может быть, он хотел сказать к кусту сирени? Иду к кусту сирени, берегись. Во-во-во. Расстреливается. Вот читерас. Как они меня увидели-то. Привет, начальник. Вот, мы и свиделись. И $3 у начальника. Чё, охренели? Да, где же они снимают видео для выкупа? Все, смотрите. Ага. Ну, ясно. То есть задание наше еще не закончилось. Большое задание, что я придумал. Выполнять его. Патрончик у нас не особо... Много. Вау. Дробовика, что ли, долбит? По-бырому изготавливаем. Под пипец. Пушку пока не будем выбрасывать. Так, это что, конопля, героин? Лиза, я иду! Вон наркотики, да. Выклади его из пещеры! Да, спалился. А, даже не в голову попал. Ни хрена не вижу. Где прицел здоровый? Лиза! Я иду. Лиза! О, черт! Хотел быстро его замочить. Нет. Это опасно с дробовиком, наблизи особенно. На ближних дистанциях, я имею в виду. Еще и реликвии, между прочим. Лиза, я иду! И все. Подходи, девочка. Моя дорогая. Мы идем. Мы идем. Идем, идем. Сейчас я уже пришел почти. Там накрасьте пока к моему приходу. Нет. Ты чё, нет, ты чё, ты недоволен-то? Я пришел, все. Ты где? Реликвия. 250 опыта. Это видео. Ее тут нет. А, так это видео. Нет. Бас! Ты где? Мам?
Я люблю вас. Он приведет. Ёптвое, что это было? Хана, чё? Чё он там? Надо было грену сначала туда кинуть. Ну, вас. Член, ты творишь? Кто набил, а? Я говорю, кто набил? А? Цитра набила, а? Сестра набила? А? Думаешь, ты один из нас? Думаешь, ты как я? А? Чё не думаю? У мажора из Калифорнии стояк на экзотику, а я всажу пулю в череп моей сестры. Как брату твоему Гранту. Пошел ты! Ты злишься, Джейсон. Ты злишься. Окей, я понимаю. Понимаю. Ведь без семьи кто мы, блядь, такие? Когда-то я ради сестры мог сделать что угодно. Я убил впервые ради сестры. Но этого ей было мало. Не-не-не-не, прошу. Ты понимаешь, в чем прикол-то, а? Наши любимые из-под тишка бьют каждый раз! Они говорят мне, говорят, вас, вас! Кого, блядь, ты выберешь? Их или нас? Нас или их? Как будто, блядь, мне еще нужно выбирать. Это вообще там про пьяный сидит, походу. Ладно, хватит лирики. Это плохо, что Цитра сделала наколку. Теперь тебя можно убить, только полностью стерев. Все окей. Не плачь. Все окей. Джейсон, клянусь богом, мужик. Это правда прекрасно, что ты готов умереть за любимую. Что делать? Какую бомбу нажимать? Ёб твою, это ещё такое. Охренеть. Говорит, что мне за Лизой надо ей самой лезть. Что пипец будет? Лиза, я иду! Произошло. Где ты? Иду. Я иду! Ща, подожди. Мне надо сообразить, куда идти. Я чё... А, вот. О нет, сейчас всё рухнет! Ну, надо прострелить трубы! А, всё. Тихо. Да тихо ты, давай, стреляй. Быстрей. Я еще и горю, оказывается. Огонь повсюду! Лезь, пожалуйста. Ну... Тут труп-то нет больше нигде. Труп. Так. Да? Ёпарасете. Наааа! Быстрее лезь ты уже отсюда. Быстро. Ну, Джейсон, ну ёб твою дивизию. Что ты делаешь-то? Да, Джейсон, чё это такое-то? Ну... Нормально, все, спокойно, все будет на. Офигеть, так резко. Чё? Какого? Блин, я манал, честно. Малях ты муха, ладно, давай. А почему время, что ли, стекло? Там вроде целая минута была. У меня абсолютно всегда берут здесь бомбы. Я
иду, я бегу, моя дорогая. Надо прострелить трубы! Тут труб нет. Огонь больше. Повсюду! Да, огонь повсюду, это точно. Быстро, быстро, быстро. Ну, прыгайте, давай. Не сюда! Определенно не сюда! Другому. Так. Давай, тушись. Отлично, вроде я в правильном направлении. Жар уже невыносимый! Тут столько огня-то. Да жму. Давай быстрее только. Не хочу просирать. Ну, пробел. Не хочу Помоги! Падать. Джейсон! Наверное, я просрал, потому что там по-любому я бы не успел. Так не и так, бойся, даже я если я быстро сел. У них Оливер! У них Оливер! Сейчас мы ему никак не поможем. Иди за мной. Есть идея. Идея. У меня есть индейка. А у тебя нет индейки. О нет, я так не могу! Отсюда только вниз! Давай! Понял. О боже! Да башкой ударил. Иди, сможешь? Думаю, да. Туда! В грузовик! Быстро. Бегом. Как на ладони! Иду за ним! Ну, сейчас еще, говорите, спасать надо, отстреливать. Лиза, за руль! Что? Иди! Окей! Окей! Где там кто орет? Там все горит. Черт, не заводится! Скорей, Джейсон! Контрольная точка. Но я тут всего, да? Офигеть! Ты видел этот взрыв? А? Что-то взорвалось? Ух ты, вот это... Обалдеть, классно. Пушкенция. Я так уж все хочу. Только долгой перезарядки. Машина резнулась. Кто там сзади? Подождем, пока поближе. Стреляю. Перезаряжаться лучше все время. Не дергай руль! Ты мешаешь! Иди прямо! Я же не могу прицелиться! Как мне сосредоточиться, когда в меня стреляют? Кто в тебя не стреляет? Я тут за тебя это, горой встал. Я руки тебе на даже... 10,2! Обернуться не могу. Хочешь смотреть. Вести? А ты хочешь стрелять? Я посмотрю, как разорвет твои сосуды. Когда ты пальнешь из этого. Я не знаю, как это называется. О боже, о боже, о боже! По-моему, там едут. Быстрей, быстрей! Тут не шоссе, не могу! Кого боишься? Копов! О! Эй! Зачем выключил мотор? Не я! Он сам! Покрути ключ! Меньше газа! Да я! Ты о чем вообще? Тут мясо сейчас будет полетать. Смотрите, Лиза! Видите, бочка. Контрольная точка. Ну точно, сейчас мясо будет по-любому. Они перед нами! Джейсон, впереди! А выйти-то я могу? Нормально есть! Поехали! Серпантин! Серпантин! Дави, говорит он, дави. Тебя подлечить не надо. Вернуться не могу. Мы уходим! Я все прошу. Быстрей, быстрей!
быстрее. О да! Ублюдки не узнали, что их убило. Фу! А, получилось. Мы чуть не умерли, не попали в рабство. Хороша радость. Лиза, успокойся. Это кошмар. Слушай, я все исправлю. Ты знаешь, куда забрали других? Наш Оливер теперь в каком-то бункере. Я не знаю про Кита и Дейзи. А что Райли? Про Райли и Гранта тоже не знаю. Хрена она знает. Грант мёртв. Хрена спасали, да? О, Джейсон, мне так жаль. Но я нашел Дейзи. Найду и остальных. По-любому. Где она? В безопасности. Я покажу. Ну, надеюсь, сейчас-то мы сможем завершить часть кампании. Ну, о! Дейзи сказала, что она в пещере под домом. Ну что же, я думаю...